В подмосковном Новогорске наградили лучших российских паралимпийцев. Торжественная церемония прошла в центре, где тренируются спортсмены. Премию «Возвращение в жизнь» вручали министр спорта Виталий Мутко и глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. У каждого призера есть своя особая история – потерь, поисков и возвращения к жизни через спорт. Это большой пример для всех, потому что сегодня у нас очень много людей, которые не вовлечены в спорт, инвалидов, живущих в регионах страны. Это сигнал к обществу, это сигнал к регионам страны. Мы должны создавать условия, мы должны поддерживать этих людей. Они должны иметь возможность на равных со всеми нами участвовать в активной жизни своей страны. А для этого должны быть сегодня и адаптированная среда в регионах страны, специальные возможности, сооружения спортивные и прочее. В Новогорск приехали кандидаты в паралимпийскую команду, которая представит Россию на сочинских играх. Состав сборной еще до конца не определен. Известно только, что честь нашей страны будут защищать 64 спортсмена. И можно не сомневаться, что победа будет за нами. Ведь уже много лет российские паралимпийцы удерживают мировое лидерство. Сейчас короткая реклама. Смотрите далее.